Детскому саду «Ромашка» исполнилось 30 лет. Этот цветок не увядает, а наоборот лишь расцветает с каждым годом. За три десятка лет все здесь изменилось. Появились современные спортивные игровые комплексы, обустроена развивающая среда. Есть сенсорная комната и бассейн. Неизменны высокие стандарты образования и любовь к своим воспитанникам, чьи улыбки и смех – главное сокровище. Надежда Филатова – одна из первых воспитательниц детского сада. Деревья, посаженные ее вместе с родителями в год открытия, вымахали выше зданий. А первые выпускники выросли и привели в «Ромашку» уже своих детей. Фантастическая преданность и месту, и своему делу. Я очень люблю этот сад, очень люблю. Здесь все мое. То есть каждая травинка, каждый цветочек, каждое дерево посажено. И каждый ребенок, который идет мимо детского сада, и мама, и папа, и бабушка говорят мне: «Здравствуйте, Надежда Сергеевна». Это очень дорогого стоит. Прикипели уже. Прикипело. Как за столько лет плодотворной и эффективной работы, требующей постоянной эмоциональной вовлеченности, не сгореть и не растратить себя? Светлана Прокудина работает в «Ромашке» с 1995 года, опыта не занимать. Светлана точно знает, что самое трудное в этой работе – это же и самое приятное. Трудное? Но найти, наверное, 25 человеком, 25 маленьким жителям нашей планеты какие-то слова – каждому, чтобы они были не обижены, чтобы они чувствовали, что у них есть вторая мама здесь, в дошкольном учреждении. По общему признанию коллег, главная фея «Ромашки», благодаря которой детский сад преображается и совершенствуется, постоянно поднимает планку Татьяна Серковская, заведующая дошкольным учреждением. Наш детский садик как часовой механизм. Казалось бы, одна деталька выпала, и часы стоят. И также в нашем учреждении каждый сотрудник важен. Мы желаем всем нам не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели, новые задачи, добиваться их результативности и стать лидером в дошкольном образовании. Поздравили с юбилеем коллектив детского сада, а также бывших сотрудников учреждений, вручили памятные медали, грамоты и благодарности первый заместитель руководителя администрации городского поселения Воскресенск Максим Кривоногов и глава города Алексей Владович. В этом зале присутствуют практически одни женщины, матери. Не бывает. Только ваши сердца могут любить и дарить тепло нашему все, нашему будущему, нашим детям. Священник Евгений Доля присоединился к поздравлениям. Наследие, которое вы сейчас докладываете, было добрым. И это наследие видели не только мы, их современники, но и еще их потомки. Воспитанники и выпускники в стороне не остались и преподнесли своим любимым воспитателям творческие подарки. Как и должно быть, это любовь взаимна, ведь детский сад – это не только стены, это люди. Воспитанники, воспитатели, связь между ними. Здесь ждут меня мои дети, мои воспитанники. И я отдаю им все свои знания, умения, силы и любовь. Я люблю очень свою работу, поэтому я уже 25 лет именно здесь, именно со своими детишками, именно в этом саду. Детский сад для меня стал вторым домом. Я очень люблю детский сад и хочу, чтобы всегда меня в этом саду ждали, и я ждала своих воспитанников. Детский сад у нас самый лучший. Александр Иванов, Руслан Полянин, новости «Искр Вэкт».